Чебоксарах такое бывает. В следующее мгновение автором съемки стало уже не до разговоров. Вихрь налетел на левобережье Волги, где отдыхала компания, сметая все на своем пути. Все по палаткам, кто в машину, кто куда, мы успели только забежать, рядом упало дерево. Ветер был такой силы, что подбросил вверх одну из девушек. Летали шишки, ветки и другие предметы, а укрыться было негде. И вдруг люди увидели патрульный катер полиции с проблесковыми маячками. За штурвалом был командир взвода патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по городу Новочебоксарску Сергей Ежов. Когда увидел этот смерч, я решил поставить катер к берегу, к левому берегу. И когда все это началось, начали деревья рушиться, ломаться. Дети кричать, женщины кричали, о помощи просили. Очевидцев поразило, с каким спокойствием действовал капитан полиции. Патрульный посоветовал держаться возле берега и стал по очереди перевозить женщин и детей. Все по правилам посадил, всем одел жилеты, где-то 7-8 рейсов сделал. Всего в тот вечер полицейский вывез из опасной зоны около 30 человек. Когда все оказались в безопасности, он еще раз проверил акваторию реки и убедился, что больше никому ничего не угрожает. Огромное ему спасибо. Побольше бы таких отзывчивых и доброжелательных сотрудников. Очень рада, что вот на тот момент он оказался рядом. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, ответственный и профессиональный сотрудник полиции с более чем 30-летним стажем не в первый раз оказывается в нужное время в нужном месте. В течение последних 2 лет он спас 3 утопающих в реке Волги.